Коррупция в сфере ЖКХ – один из самых распространенных видов правонарушений. Во всяком случае, выявляются они настолько часто, что республиканские власти и правоохранительные органы вынуждены были начать настоящую войну с недобросовестными управляющими компаниями. Вести с этого фронта обсудили на заседании Совета при главе Чувашии по противодействию коррупции. Определенные успехи есть. Многие управляющие компании стараются работать честно, отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Однако хватает и тех, кто откровенно пренебрегает и моральным, и уголовным кодексом. Большинство преступлений этой категории – это факты мошенничества, присвоения, растрат, совершаемые руководителями и работниками организации ЖКХ. За 7 месяцев текущего года органами внутренних дел поставлено на учет 47 таких преступлений. Из них 24 относятся к категории тяжких, особо тяжких, 12 совершены в крупных, особо крупных размерах. Сумма ущерба по расследованным уголовным делам составляет более 11 миллионов рублей. Правоохранительным органам помогают и граждане. Не считая обращений в прокуратуру, ими направлено более 1500 жалоб в госжилинспекцию. В результате перерасчетов платы населения за жилищно-коммунальные услуги возвращено потребителям более 5,5 миллионов рублей. К межведомственному взаимодействию подключены и органы власти. Минстрой Чувашии инициировал несколько исков к муниципалитетам по возвращению субсидий на переселение граждан из ветхого жилья и других целевых траншей. Все эти меры имеют не только финансовый эффект, но и превентивный. Руководители управляющих компаний стали гораздо аккуратнее в работе. Елена Гальперина, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика.